Друзья, мы провожаем год перемен. Он был очень насыщенным. События сыпались, как мячики из теннисной пушки. За время работы компании мы переживали всякое. Но только в этом году изменения коснулись абсолютно каждого. Китайский иероглиф «кризис» состоит из двух основ – опасность и возможность. Этот год показал, что мы умеем отражать опасности и использовать возможности. Мы выдержали все раунды карантина и даже нашли неочевидные преимущества в удаленной работе. Коронакризис не помешал нам модернизировать производство, выполнять экологические проекты, запускать новые виды продукции. Эффективность нашей работы в сфере экологии и социальной политики оценили даже на международном уровне. Мединвест вошел в десятку самых устойчивых металлургических компаний в мире по критериям ESG. Мы одними из первых стали помогать украинским городам бороться с коронавирусом. Передавали необходимые медикаменты и оборудование. Ремонтировали больницы, даже доставили самолет с помощью из Китая. Платили двойные налоги, чтобы пополнить городские бюджеты. Мы делаем сталь украинским брендом, который узнают в разных частях света. В этом году в итальянской Генуе вырос новый мост из стали Мединвеста. А в Мариуполе скоро появится первый в Украине жилой дом со стальным каркасом и первый частный технический университет Мединвест Политехника. Компании не становятся успешными случайно. Мы работали в режиме 24/7. Мы умеем это делать, как ни одна другая команда в мире. Спасибо каждому за то, что мы остаемся вместе даже на расстоянии. Весь этот год мы как никогда ждали наступления следующего. И может так статься, что он будет полной противоположностью этому. Чтобы так и произошло, нужно очень сильно этого захотеть. Ну и серьезно потрудиться. А мне остается пожелать, чтобы все, что вы сейчас услышите, сбылось у каждого из вас. С Новым годом и до скорой встречи! У финансистов и мудрецов есть одна общая черта – спокойное отношение к деньгам. Пусть Новый год принесет вам финансовое благополучие и стабильность на многие годы. С Новым годом! Если цифровой продукт и технология вам понятны и они вокруг вас, значит они уже устарели. Желаю вам всегда быть на гребне инноваций. Развитие – вопрос направления, а не скорости. Желаю вам в новом году двигаться в правильном направлении. Ложный шаг часто приводил к открытию новых дорог. Не бойтесь экспериментировать. Не ошибается тот, кто ничего не делает. То, что сегодня наука, завтра техника. Пусть в новом году людей, которые могут приделать колеса к теории, становится все больше и больше. Мы поддерживаем друг друга, мы помогаем друг другу. И именно эти наши качества делают из нас настоящую команду. И поэтому я желаю вам, чтобы в следующем году ваши друзья, ваши коллеги и близкие вам люди были рядом с вами в любой нужный вам момент. Мыслите позитивно и не бойтесь хотеть большего. Наши желания создают наше будущее. Одна машина может заменить несколько человек, но и несколько машин не заменят одного творческого человека. Желаю вам в новом году открыть для себя новые возможности. Успехов и с Новым годом! Пожалуй, только аудиторы могут помочь вам правильно расставить приоритеты. Желаю вам в следующем году концентрироваться на действительно важных вещах. Каждый раз, встречаясь с чем-то неизвестным, мы рискуем. Безопасно только то, в чем мы уверены. Пусть в настоящем году будет побольше уверенности в нас самих, в завтрашнем дне, в том, что все не происходит, к лучшему. У вас есть право быть счастливыми. Обязательно воспользуйтесь им в следующем году.